Снова поезд. Вслед за авангардом едем в Новосибирск и Новокузнецк. Все подробности западносибирского выезда. Кроме этого, Антон Ковалев. Новая омская надежда. Бывают такие матчи, в которых, ну, получается буквально все. Ты бежишь, отдаешь, открываешься, бросаешь. И когда вот ты почувствуешь эту игру, тогда у тебя появляется уверенность такая в своих силах, и ты знаешь, что ты можешь забить и способен на много. Воскресенье, 8 вечера, овертайм. Давай, давай, давай! Болеешь за наших? Гол! Болей со своими. Ресторан-пивоварня у Пушкина. Здесь всегда все хоккей.